На конкурс дети читают стихи. Захарову Ольга, Самарская область, ГБОУ СОЖ ОЦ Печенина, 9 лет. Сергей Есенин, «Поет зима аукой». Поет зима аукой, мохнатый лес баюкой, с дозвоном сосняка кругом, с тоской глубокой плывут в страну далекую седые облака. А по двору метелица ковром шелковым стелится, но больно холодна. Воробушки игривы, как детки сиротливы, прижались у окна. А зябли пташки малые, голодные, усталые, и жмутся поплотней. А вьюга с ревом бешеным стучит по ставням свешенным, и злится все сильней. И дремлют пташки нежные, под эти вихри снежные у мёрзлого окна. И снится им прекрасная, в улыбках солнце ясное, красавица весна.